невероятное напряжение. 80 тысяч промокших насквозь фанатов ждут начала поединка двух заклятых соперников. Пол-позицию занимает Марио Андретти, рядом с ним Джеймс Хант. Во втором ряду стартовой решетки Ники Лауда. А в третьем южноафриканец Джоди Шектер из команды Тирол. За ним выстроились остальные 25 участников. Невозможно управлять машиной в 450 лошадиных сил.